Вот как здорово, когда можно выбирать, все трогать и нормально выбрать. Купи и собери вот такую коллекцию из минералов. Вот такой огромный чек у нас получился. Ребята, за границей! Это мы! Заграничники! Так, друзья, теперь мы после рынка решили заехать в магазин. Супермаркет, который работает даже по воскресеньям. Он работает почти круглосуточно, вроде до 2 часов ночи. И это называется, этот супермаркет, Суперкор. Вот. И теперь зайдем сюда и посмотрим, какие здесь цены. Уже даже на старте вот килограмм клубники 1,75 €. Или это не килограмм, но сейчас посмотрим. Тут все можно потрогать. Тут можно выбрать авокадо хорошую. Да, если... Ну, тут уже... Да, я картошку взял. Да. Ну, можно взять, попробовать. То есть можно сразу здесь все выбрать. Вот это, кстати, очень классный фрукт. Это как называется? Черемоя. Черемоя. 4,95 € за килограмм. Вот. И это тоже видно, что все продукты местные. Вот. Так, берем. Она такая твердая пока, мне кажется, она должна немножко полежать. Ой, я нашел мягкую. Во, супер. Вот как здорово, когда можно выбирать, все трогать и нормально выбрать. Авокадо, бананчика взяла. А банана откуда? Из Испании, видишь? Да здесь местные. Тоже все местное. Смотри, местное. И авокадо Испания. Да, и нет, цена и тоже, и... это здесь 1,29 € килограмм. Здесь тоже... Сливы, только не Африка. Странно, что они здесь не вешают это этикетку, это органик или не органик. В Тенерифе, вот в этом магазине Дайна, как там, Супер Дайна, да? Дайна. Там были маркировки. Гипердино, да. Там были маркировки, что все, что местное, они там не клеили на них этикеток. А все, что привозное, этикеточки были. Так, но в любом случае здесь... намного больше выбора явно. Цены, может быть, чуть дороже, но не зато факт. Выбор не факт, да? Еще проверим. Вот, но зато есть почти все, что нужно. Вот, кстати, клубничка. Мы специально возьмем затестить. Вот такая коробочка. А, если две берешь, да, наверное, то получается, что ли, скидка, да, за две, наверное. Надо две упаковки взять. Так, попробуем взять. Две клубнички таких. Так, здесь ягодки. Да, ягодки обязательно возьми. 6 евро. 3,59. Так, ну сейчас что-то возьмем здесь, да, чтобы что мы там не купили на рынке. Но реально, чего здесь нету, это зелени. Я вот смотрю, да, зелень, она вся вот в таких пакетах. То есть на рынке, конечно, зелень все-таки, наверное, правильно ехать туда покупать. Потому что вот все, что мы видим, это в холодильнике, правда, хранится. Это плюс. Вот, что температура выдерживается. Но она вся... Зелень это она вот такая, вся в пакетах. И это, конечно, неудобно. Кстати, вот здесь даже есть кокосики. О, смотри, классные кокосы вот эти. Очень классные кокосы. Только единственное, надо смотреть, чтобы они обязательно свежие были. Берем помидоры. Вот это вообще топовые помидоры Кумата. Надеюсь, это тоже из... Да, это все из Испании. Супер вообще. Берем по максимуму, значит, чтобы детки кушали у нас овощи и фрукты. Вот я, кстати, вот взял бы еще такую томаты попробовать. Правда, Кумата это прямо топчик, да? Мы тогда в том году, когда 2 года назад здесь были, мы их и брали, да? Кстати, здесь грецкие орехи. Мы взяли на рынке грецкие орехи. Я, правда, не помню, сколько они стоили на рынке. Мы тоже где-то килограмм или даже 2 взяли. Ну, попробуем, в общем, тоже возьмем грецкие орехи, попробовать, какие здесь в магазине они. Еще, мне кажется, вот эти прикольные. Да, маленькие помидорки вот эти. Опять же, у нас девочки очень любят их. Вот такие красивые помидорки. Так, вот здесь большой выбор орешков. Я думаю, надо вот такие взять. Уже чищенные. Такие чищенные возьмем. О, это El Corte Inglés. Это прям популярная, да, популярная фирма. Они вот прям уже сразу все почистили за нас. Так, здесь мы дошли до сыров. Нам очень интересно, продаются ли здесь веганские сыры. Вот они вроде. Вот как они выглядят. Это веганский сыр. Один из топовых сыров. Вот нам очень нравится эта фирма BioLife. Вот, но, к сожалению, они только в таких, типа, в нарезке, что ли, продаются. Нету вот в таких дольках уже отрезанных. Вот, это минус. Ну ничего, возьмем. Так, взяли попробовать вот такое масло. Написано 100% vegetal ingredients. То есть это такое оливковое, но оно тут твердое.
для бутербродиков будет самое то. Вот здесь опять же наша любимая фирма Альпра. Это кофе. Здесь в магазине совсем маленький выбор. Давай возьмем. Я думаю, девочки у нас сейчас и такой съедят. А завтра уже докупим. Возьмем такой. Да, я думаю, пару штучек возьмем таких. Вот, кстати, как раз скидка на них. Если покупаешь два, цена будет за один. А, один как раз и 1 евро. В общем, это очень классное молочко и супер дешево стоит. Я думаю, еще вот такое соевое возьмем. Раз. Да, одно такое, одно такое. Цикорий. Я перевел, это цикорий. Очень интересно будет попробовать. Вот, попробуем. 2 евро 70 центов. И вот еще у нас есть кофемашина. Попробуем вот в капсулах сделать веганское такое оут латте на овсяном молочке. Взяли вот такие штучки для мороженого, будем готовить дома. Девочки очень любят перетертые ягоды. Замораживаем. Получается очень вкусное мороженое. Лучше покупного. А это, кстати, у них есть вот эта фирма, делает веганское мороженое, но оно очень сладкое. Один раз мы взяли попробовать, но прямо сильно, сильно сладкое. Есть это было очень тяжело. Вот эту мы штучку возьмем. Детки наши очень любят хлебцы. Правда, наверное, не совсем такие, но мы такие тоже возьмем. Кстати, нашли здесь очень вкусные семечки. Вот это с этим бычком, это самые классные семечки здесь. Очень редко, когда попадаются они плохие, ну, то есть семечки. В основном все такие хорошие, вот эти однозначные. И семечко это лучшее. Нашли такой завтрак, хотим попробовать. Я смотрю, здесь небольшое количество сахара. Возьмем. А еще здесь вот нашли большое количество молока, только привезенного, не местного. Наше любимое, кстати, овсяное молоко, родом из Америки. Кстати, здесь нашли веганский хлеб. Вот, получается, без лактозы. Попробуем тоже, что за хлебушек такой интересный. Здесь большой выбор макарошек. Я думаю, можно вот такие взять. Интересно выглядят. Попробуем. Разноцветные, девочки, я думаю, девочкам понравится. Стенд нашли с минералами. Я думаю, надо купить нам маечки, показать. Она вообще у нас очень любитель такой. Можно книжку каждую брать и сделать вот такие, собрать все минералы. Купи и собери вот такую коллекцию из минералов. Кстати, тут еще есть и готовая еда. Выпечка, правда, только. На самом деле классно, магазин, так называемый в шаговой доступности. Точно здесь можно купить все необходимое. Сейчас пойдем на кассу и посмотрим, сколько у нас все вышло. Вот такой огромный чек у нас получился. Сумму мы набрали на 372 евро. Но на самом деле сумок реально много. Я думаю, в принципе, наверное, цены здесь адекватные. С учетом того, что сколько мы всего взяли, я думаю, это нормальная цена. Так что все, друзья, погнали.